нас есть 2 куба дров. Посмотрим, за сколько мы их сумеем поколоть. Дрова разных пород, разного диаметра и разного качества. Я имею в виду, есть и ровные чурки, есть корявые, сучковатые. Ну, вот такая кучечка у нас. Попробуем ее поколоть. Начинаем сборку нашей конструкции. Одеваются передние стойки. Так, отойди. И шпалентуются. Ставится задняя. Поднимаем мотоблок. Упирается в фиксатор. И шплинтуем. Снимаем колесо. И вместо колеса одеваем дровокол. И шплинтуем. Все, сборка закончена. Еще забыл сказать за вал, за вот этот вот. При сборке не показал вам. Когда собрали, мы на станину поставили мотоблок, подсоединили дровокол вместо колеса. И вот вал. Обязательно его надо туда всовывать, потому что без него может провернуть вместе с морковкой и вот этот вот стол. Если что-то не так будет, заклинить чурку или что-то, или может провернуть. Силы много, остановиться оно не может. И провернет все вместе со столом. Поэтому тут вал обязателен. Никому не интересно смотреть, как я обычные чурки колю. Просто хочу показать один самый большой чурбан. Вот по сравнению с ведром, смотрите, какой он огромный. Попробуем его расколоть. Ну и вот станет сразу ясно. Если этот расколется, значит все остальные тоже поколятся легко и просто. Так, мы уже там половину покололи. Пойдем попьем кофейку. Все, закончили работу, покололи все чурки. Вот что у нас получилось. Времени ушло 2 часа 15 минут.
Думал, уложусь в 2 часа. Чуть-чуть были задержки. Все. Конец съемки.